Памятник, который сделал много, наверное, все-таки шума из-за того, что когда начинались, в принципе, начиналось благое дело в прошлом году, осенью, даже, наверное, летом, к работам был неправильный подход. Подрядчик, который здесь начинал восстанавливать, вернее, капитальный ремонтир, и памятник он восстанавливал. Сегодня мы прошли очень сложную, честно могу сказать, сложную процедуру, конкурсную процедуру. Я уже сказал о том, что мы выбрали правильный путь. Я вот сейчас понимаю, что мы выбрали правильный путь. Пусть он оказался немножко долгим, чем, может быть, хотелось бы нам. Но, к сожалению, мы выявили такую проблему, как жители Пушкинского округа, которые говорили, что они заинтересованы в восстановлении этого памятника. На самом деле они были заинтересованы, самое главное, в собственной корысти и зарабатывать деньги. Но мы это тоже этап прошли. Мы поняли, что это за люди и какое они отношение, в принципе, имеют к судьбе и нашего округа, и конкретно этого объекта. И сегодня мы прошли, опять повторюсь, очень простую конкурсную процедуру, выиграл ее подрядчик на законном основании. Более того, мы тогда ходили в Федеральную антимонопольную службу, чтобы доказать свою правоту. Сегодня мы приступили к работам. Вернее, приступили на прошлой неделе еще. Приступили к работам, и у меня есть уверенность о том, что работа будет максимально сжатые сроки сделана и качественно. И что к 9 мая, ну, процентов на 90 памятник будет восстановлен. Сейчас была чья инициатива о том, чтобы восстанавливать? Были ли жалобы какие-то? Конечно, да. Здесь в зверосовхозе живы еще люди, которые на чьи средства, это памятник был в 65-м году, по-моему, если не ошибаюсь, сделан. Поэтому, конечно, они справедливо возмущались в том, что этот памятник был снесен. И благодаря их инициативе, их неравнодушию создалась такая обстановка. Может, она была немножко нервозная, но, тем не менее, люди подняли эту проблему на достаточно высокий уровень. Я бы даже сказал, на международный уровень. Может быть, даже чересчур, на мой взгляд. Но, тем не менее, эта проблема была озвучена всеми. И сегодня мы нашли путь ее решения.